произошел маленький косячок. Да. Фильтр ОБС решил полностью зарезать мой голос. Ну, короче, план такой. Крутим торта. Возможно, до первой лиги. Если торта не будет, значит, будет аята. Вот так. Ну, еще, конечно, хочется Лайлу. Остальные у меня есть. Тома. Что происходит? Голда. Охренеть. Угу. Разумеется, выпадает кицин, который мне очень нужна. Уже С2. Нет, чтобы делюк-то упал. Третий кицин на аккаунте. Все хорошо. Непереводимая игра слов. Раздумья, что делать дальше. Вот что сейчас делать? Крутить или ждать аята? Очень быстро. Мне докручивать торта? Ну, я посоветовал крутить дальше. Так как круток у тебя еще много. И да, я-то ты накопишь. Я накоплю, как всегда, до проеба. Мне по-другому не бывает. Бездна поможет. Угу, конечно. Короче, хочу лайм. Пофиг. Крутим дальше. Мне на момент показал, что этот торт. Дальше Бадр меня решил прокатывать, как всегда, по полной. До победного. Ну, хотя бы выпала Лайлочка. Английская комьюнити почему-то называет ее Лейла. Лайла мне нравится больше. Ну, мне тоже. Ну, мы как всегда запутали, сколько круток было. Мы это не считаем. Нет, я обычно считаю. Я что толку считать? Баннер обычно всегда офигевший. Сразу двое. Ну, баннер как? Он до 90 тебя докидывает, все считать легко. Угу, очень. Ну, у меня так. У меня тоже. Либо вот это, либо хер.
В общем, спойлеры, Тома у меня, по-моему, в итоге соберется. Хейдзет будет без одного созвездия, а Лайла С2. Кунг-фу падла. Ой, панда. Да. Не, прикольно руками, ногами машет. Ну, короче, Хейдзе мне, по-моему, тут упал больше всех, потому что у меня был всего лишь, по-моему, С1. Не, ну, а вот и торт. Мне тоже 100%. Вот настоящий шок, я думаю, у меня будет тогда, когда у меня будет выигрыш. Ну, на, я-то. Угу. Посмотрим. Тома собрался. Ой, смотри, они с Томой похож. Ну, они в принципе похожи. Прямо, ну, очень похож. Mm-hmm. Цветами как-то вот сверху. Ну, вот, воротнички, волосы. Да. Ну, я уповаю на ивенты. И если они там выиграют какой-нибудь Game Awards, и нам еще 10 круток подарят. Ну, и пойду пылесосить Сумеру. А также Бездну. Я вот не знаю, а Бездна успеет обновиться еще раз? Она же каждые 2 недели. А, тогда да, успеет еще раз. Вот, обновились баннеры, обновилась Бездна. Сейчас еще ивенты. А, еще обновится сейчас календарь Пайман. Там по 5 круток дадут. И в стандарт, и в этот. И потом будет сначала Скоромуча. Фарузан с Ита, а потом во второй половине Рейден и Аята. Так что можно накопить еще. Теперь моя очередь покрутить. А, я буду крутить Яймика. Потому что это Яймика. Ее ради одной харизмы только можно крутить. Ну и естественно хочу еще и Лайлу. Потому что хочу. Один щитовичок. Перевошный. Я очень надеюсь, что она сейчас у меня так же рано упадет, как тебе. Ну, как твоя кицин, только чтобы у меня выполнить сеча. Но мой аккаунт очень любит доводить до гаранта. 90%. Ну, 90%. Извините. Но если честно, я не надеюсь, что мне сейчас вообще что-то выпадет. Да. У меня в этом стандартном баннере, да, выпадали ранние 20-е, 30-е в вот этом вот ивентовом. 50 какой-то было разочек. Остальное в районе 70, и если не 75, грубо говоря, то до 89. Блин. Не так? Тарик. Я не пришел. Мне выпал новогодний шарик. Мишки, копья, мечи. Один шар. Хейдзон. Кэшбэком. Ну, предыдущее было последнее. Ну, я уж не помню. Ну да.
У меня уже один Т5 есть. Это уже второй, наверное, скоро будет Т5. А у меня последняя кручка, по-моему, осталась, да? Увы. Ну ладно, я, возможно, сейчас каким-нибудь этим могу. Кэшбэком. Не 40. Интересный. Кэшбэка хватит? Не хватит. А вот 5. А, 7. А. Ну давай по одной крутанем. Что поделать? Бог летит. Ну вот вдруг. Ну у меня тогда мне много. Мне вот сейчас на секунду показалось. Ну все. Нидры. Усё. Усё. Где? А. Вот так. Ой. Нет. Сколько у меня? Увы, нет. Омут выпал. Перевязочный. И всё. Ну вот, тебе повезло. Впервые? Да ничего не впервые. Пойду сейчас бездну фармить.